Всем не бага, не лага, мои дорогие зрители, подписчики канала Дрожжи. С вами я, Жека, и сегодня мы продолжим играть в Don't Starve. Ну, как-то так, ребят. В общем, да, вернулся я в Don't Starve, вернулся в Hero in the Dark. Буду играть, вот знаете, посмотрел, так интересненько. Буду, наверное, играть за мага. Он такой визор, такой брутальненький мужичок, старичок. Прикольно, прикольно, конечно. Так, что у него из особенностей? Он, у него есть проблемы с ношением доспехов и мечей, то есть он, наверное, большинство не может носить доспехов и мечей. Обида. Но он же маг, я же маг, да? Так, что у него есть еще? Может юзать эффекты, всякие книги, да? Может юзать и создавать всякие разные эффекты. У него много рассудка, но мало хп, и он... может юзать свитки. Свитки, ну и книги всякие, да. Вот, ладненько, давайте поиграем за него. Я фиг знает, я за него не играл, вообще не играл. Я играл только вот за этого товарища Темного Рыцаря. Я не знаю, за Темного Рыцаря мы уже поиграли, да? Это будет, было бы логично, раз мы за него умерли, то, ну, хватит, как бы, да. Давайте попробуем. Это, в любом случае, мне кажется, мы должны попробовать абсолютно всех и решить, кем нам удобнее играть, да? Нашего фаворита выбрать. Но в любом случае, пока, по крайней мере, это он. Так, ну что, стартуем, мир я не изменял, ничего не изменял, видите, стандартнишко все. Ну что, стартуем, давай посмотрим, что нам выпадет, что нам такого выпадет интересненького, и проживу ли я нормально, или не очень нормально, да. В любом случае, всех приветствую, это не новый сезон, это продолжение старого сезона, будет, наверное, у нас такой массивный... Данный сезон посвящен чисто Hero in the Dark. Все-таки, я надеюсь, не буду забрасывать его, потому что вот с Hero in the Dark Wizard. Нет, какой Wizard? The Дрожа? The Дрожа. Ну, хотя The не пишется, да, ну пофиг, The Дрожа. Давай The маленькими и Дрожа. Никаких комплексов, никаких. Просто The Дрожа. Эй, парень, да, это мы все в курсе. Первый уровень, у нас есть свиток Mage Armor Scrolls, Fire Scrolls, это огненный, а это Mage Sword. Ага, делает меч. Прикольно. Меч, доспехи, да, получается, и посох чего? Посох чего? Можно я... А, просто посох. Ага. 1% 20 урона наносит. Ладненько. Зачем я цветочек взял? Ладненько, давайте выживать по стандартненькому, как всегда. Сейчас найдем все наши обмундирования и посмотрим, к чему это нас приведет. Посмотрим, что тут у нас еще, да, есть. Ой, давно не заходил. Смотрел скриншоты, там вообще что-то какая-то попень, ребят. Там столько всего понадобавляли. Ну, здесь, в Hero of the Dark, да. Так что я сейчас буду тупить, не по-реальному просто тупить. Очень давно не играл в Don't Starve. Очень. Я сейчас, считайте, что я сейчас полнейший нубяра в Don't Starve. Вот вообще, вот. Так что вот надеюсь только на ваши комментарии, на ваши вот советы, это да, это всегда я на них, так сказать, благоговел. Так, мы по идее можем уже топорчик сделать, но прежде чем топорчик сделать, я бы хотел найти, если честно, хоть еще один вот этот вот рог, да, кремень. Не рог, а... Так, и чтобы... Да и хоть... О, вот, шикарно. Там камни были, вы понимаете, да, логику моих вещей, чтобы не тратить зря камушки. Вот, теперь мы сами можем добыть себе камни. Ага, у нас здесь сразу же биомчик вот такой вот травяных лист. Так, подожди, они красные, это осень, да? Я, кстати, моды... Кстати, где все мои моды? Неужели они как-то откатились? Ну, я давно не заходил. Я не заходил в Don't Starve, наверное, с месяца 4, наверное. Нет, ну, меньше, месяца 3 точно. Месяца 3, наверное, не заходил. Ну да, вот такой вот я редиска, да. Мучил вас каждый день. Так, ну что ж, это замечательно. Это просто шедеврально. Молот. О, я могу молот сделать. Вот это просто... Вот это подарок какой-то. Это просто нам подарок какой-то. Сразу можно будет шлем... А, он, наверное, вообще ничего не может натаскать, наверное, да, маг? Ну, интересно будет за него поиграть. Знаете, такого персонажа... Криворучку. Вот как я, да? То есть надо определенно под каждого персонажа определенное...
так сказать, механика. Понятно, что легче всего, наверное, играть каким-нибудь варваром, да, или рыцарем, ну, не теневым. Им не так уж и легко играть, то есть там все время падает рассудок от всего происходящего рядом хорошего, да, всяких там животных, цветочков хороших, то есть им не так уж и легко играть. А вот под стандартом, как с обычным Донстаровым, это вот, наверное, варвар, я там смотрел, не клирик, как, ну, рыцарь, обычный рыцарь там такой был, я не помню. Еще скиф за него играл, вот, я за него даже не играл. Ну, скорее всего, я не буду утверждать, но, скорее всего, да. А за остальных персонажей, то есть, сравнивая с обычным Донстаром, тот же маг, ребят, да, то есть, где, ну, была, конечно же, магия в Донстарве, в обычном, была, но с первых дней, кто сразу пользовался, только выживал, пытался магией, пока, у меня есть дубина, кыш от меня, у меня есть дубина, чувачки. Так. Зеленые этих хрена... Просто зеленые товарищи, их вообще... Они редиски, ребят. Они просто-напросто редисончики. Не люблю я их. Так, попервое есть. Ну что, да, блин, нам бы топорчик сделать. Вот это съешь. Давай сделаем топорчик, потому что, ну, относительно скоро вечерок. Смотри, сколько у него? У него 120... Где? У него 125... жизни 300... О, 300 рассудка, нифига, нормально. Нормально. Так, что тебе, некуда это положить? Давай селитроид сбросим. Я не знаю, когда у нас там лето будет, но, по крайней мере, пока мы можем с чистой совестью сбросить селитроид. Так, на костерчик там нам хватает. На костерчик хватает, но я бы еще собрал дерево немножко, да? Пиночеты вряд ли станет, это ж пиночеты. Господи. Да, вот это. И надо будет еще золото найти. Ну что ж, пойдем по тропинке. По дороге летним днем. На-ра-на-на-ра-на. Бабочки летали мне. Прямо возле лица. Так, вечерок. Вечерок это нехорошо. Вечерок это не очень хорошо, ибо нам придется стоять на месте. А я не люблю стоять на месте, я люблю двигаться вперед через ярник к звездам. Но Макс старичок, ему нужно отдыхать, да? Давайте отыграем такой момент. Такой, ой, кости болят, о, старость, дерево. Опа. Там дерево вот это. Стрёмное дерево, не? Да, стрёмное дерево. Так, и рассудочек начал сразу резвенько падать. Ладненько, так, поворачиваем. Идем сначала по каменной тропинке, да? Она обычно куда-то доприводит нас, по идее, теоретически. Может привести. Куда-то очень интересное место. Да и смотрю я, причем там рядышком. Ага, свинтусы. Свинтозаврики. О, нормально. Ну, правда, полнолуние с вами не очень нормально жить, да? Так, как бы, ну, ладно, давай хотя бы такой костерчик сейчас разожжем. Соберем ягодки. Они все равно вырастут, а там нам хоть будет что покушать, да? Так, есть и есть. Все ягодки, вот это жарим. Я больше не унесу. Старичок говорит, что устал таскать уже с собой столько тяжести. Давай съедим всю морковку. Свинтусы на заднем плане, там, рох. Так, есть. Ну, довольно быстро. Ну, видите, у нас голода мало. Это печалидзе, конечно же, печалидзе. Так, ловушки. Можно было бы... Вот, блин, где там карта? Угу. То есть у нас тут биом с кроликами. Но это кролики, это не только ценный мех, да? Это и вкусная халявная пища. Наверное, вот здесь я сейчас пройдусь по этой тропинке. Посмотрю, все ли там... Учичелом. Да сколько их? Ага, все, это все, да? И тут короля свиней нет? Я слышу пауков. Так, подожди, пауки. Не видно пауков. Ага, это обычные пауки. Нагрел? Не нагрел. Не нагрел. Гуд. Это хорошо. Ну что ж, ждем утра. Ждем утречка. Не хочу дрова подкидывать, тратить лишние дрова. Вот честно, вот как-то не особо хочется. Дрова это редкий ресурс. Довольно-таки, причем у нас еще предстоит и уголь забирать, да, там всякого такого хватает, всякого такого. Так вот, одну положим. Хватит. Пойдем, наверное, на эту тропинку пройдемся, чисто посмотреть, что же нас окружает такого. Наверное, просто прямо пройдем, да, так будет быстрее, наверное, вот так сразу переверну карту, чтобы вы не путались. Мне так просто-напросто удобнее. На нем такой халатик, как будто и тапочки такие, как будто он только что из ванны вышел. Такой, ах, мыться пошел. Знаете, что-то напоминает... Даниэля, кажется, его так звали, главного персонажа из игры Unepic, да, когда он пошел в туалет и попал в мир
Заратула. Ну, это так он призрака называл, который в него вселился, да как-то не удалось особо вселиться в него. Ну, посмотрите прохождение чье-нибудь. У меня, к сожалению, на канале нету. Я по ошибке удалил все прохождение целой игры. Вот, обидно. Очень классная игра. Или сами поиграйте. Вот даже советую самим поиграть. Офигенская игра. Но не в этом суть. Сейчас мы играем, если кто забыл, Анепик. Я про ту игру говорил, да? Анепик. Ну, реклама. Реклама. Нет, сейчас мы играем Don't Starve. Сейчас мы играем Don't Starve. И что-то какая-то длинная, затяжная тропинка. Небось, на болото ведет. Не на болото. Так, вот это я хочу забрать. Чем тут один скучающий камень? Ему со мной будет уютнее, удобней. Оу, зеленые пауки. А вот зеленые пауки, я, кажется, знаю. Они отравные, да? What the fuck? Домой спать. Да, болото. Слушайте, я Нострадамус. Я как знал, что нас на болото отправят. Так, ну болото. Кстати, вот это можно съесть. Чё у меня этот слот? Слот тупо вот как-то. Так, грибочки. Еще камушек. Шикарно. Заберем. Чё он тут валяется? Скучает. Он тут такой: Женя, забери меня с собою. А я такой: Nope. Так, вот это селитру. Ну ладно, давай селитру тоже пособираем. Так уж и быть. Обычные пауки, в основном обычные пауки, но там зеленые. Интересные зеленые паучки. Так, это я возвращаюсь, по идее, да? Угу. Блин, а там... Там когда-то тропинка это вела. Пойдем посмотрим. Так, Антоха, ты на меня не агришься, да? Антошка, я безумно рад, что ты на меня не агришься. Потому что я привык, да, за выборы играть, а он там на меня... Это Ташеньки делал. Ну и за Темного Рыцаря, когда играли, они нам тоже не особо камильфо были. Так, тут тропинка кончилась, окей. Не. Так, что-то они забили. Так, это все изучать можно, да? Вот в чем прикол. Обалдеть. Огонь можно сделать. Так, хорошо, изучаем еще раз. Это то же самое, да, мы изучили, получается? Это посох мы... Я зря сейчас это сделал. Блин, они едят. А я могу экипи... Ух ты, офигеть, а что он дает? Ты ж покажи мне. Вау, прикольно. Так, рыбка. Вместо чего? Вместо... Блин, у меня вот это выбрось. Я думаю, сделаем, если что. Так, рыбка пригодится. Ну, идем посмотрим. Блин, прикольный меч, слушай, он так выглядит круто. Он выглядит, знаете, как меч, ну, почти похожий, не 100%, но как меч главного персонажа из аниме Sword Art Online, да, Мастера Меча Онлайн. У Кирита такой был меч. Да, что-то я подсел в последнее время на аниме. Не кидайте меня помидорами, пожалуйста. Так, ладно. Хотя это давно уже смотрел его, это аниме. Последнее, которое я посмотрел, это было «Вторжение гигантов». Я промолчу по поводу своего отношения к этому аниме. Потому что чувствую, тогда уж точно меня закидают помидорами. Так, ладно, собирай палочки, нам они пригодятся. У нас не так уж их и много. Не, меч прикольный, слушай, мне нравится. Он так выглядит круто вообще. Уф, стеклянный какой-нибудь меч, да? Ну, стеклянный меч, это, да, еще в прошлый раз, когда я проходил за теневого рыцаря, да, мне говорили, что стеклянный меч, это, скорее всего, отсылка. Отсылка, да, к этому, к Скайриму. Ну, это не отсылка, это просто, знаете, две такие несуразные вещи. Меч, который должен, по крайней мере, рубить и отражать, пытаться отражать атаки, да, и хрупкое вещество. Я понимаю, можно стекло сделать не особо и хрупкое, со всякими добавками там, или же там, к примеру, просто толщина большая, но тем не менее, ребят. Стеклянный меч, это как шиферные очки, то есть очки из шифера вместо стекла. То есть никакой функциональности толком-то не несет, нужный-то для тебя. И тем самым мы возвращаемся, да? Там гоблины. Ну, давай вдоль пройдем, по крайней мере, посмотрим, где мы сможем жить. Но здесь, по крайней мере, пока мне не особо такие нравятся. Червоточина! Вот наше спасение, червоточинка.
Давай-ка. Опс. Нарайна. А ну-ка, я слышу, кто-то ко мне приближается. Нет, это Свинтус. Где я? Где я? Ух, нифига себе, где я? Ладненько, давайте, наверное, в свою сторону и пойдем куда-нибудь тогда. Так, о, куст. Так, епископ. Это нехорошо. Ага, это портал. То есть с этого мира можно тоже в мир Максвелла прыгнуть. Ну, зачем? Мы уже проходили дважды. Ну, первый раз не удалось, а второй раз-то прошли. Ага, вот в чем прикол. Небось, прикинь, это остров. Прикинь, если это остров, офигеть. Тихонечко, тихонечко, чтобы не заподозрили нас ни в чем. Ага, тут еще моржатинка. Моржатинка, это хорошо. Нафига я с собой меч таскаю? Я же маг. Че я с собой... О, свинтусы. Вечерок. Это мы сразу съедим. Камушек вот этот заберем. Ну, пригодится, я считаю, да? Кстати, мы там, по идее, можем уже сделать, да, вот такой костерчик. А как там прятаться? Там как-то прятаться можно. Ага, на него нажимать, понятно. Оп. Я тут ни при чем. Я просто куст. Они даже не очень особо похожи, кстати. О, Мерм. Ты упоротый. Иди домой. Ты что тут забыл вообще? 2-3 Мерма, ужас. Они окружили свинью. Вот свиньи. Ну, Мермы. Не свиньи, свиньи, а Мермы, свиньи. Еще... What? О. Топоридзе. Паучидзе там. О, кстати, золотце вот с этого можно, да? Надо быть. Давайте, давайте хотя бы такой для начала костерчик разведем. А, там кроты, думаю, что там такое шурудится туда-сюда. Так, меч. Я не знаю, делать, не делать. Надо базу, надо о базе уже подумать, ребят. Давайте подумаем насчет нашей базы. Так, вот так развернусь. Тропинка, значит. У нас тропинка, она, скорее всего, к этой червоточине ведет. И надо выход вот там искать, да? Давайте, наверное, сейчас срубим. А вдруг не будет больше золота, да? Неизвестно. То есть, так, это оба они? А нет, смотри, этот огненный, а этот просто. Какой-то на урон просто бьет, да? Что-то там хавает. Ты мне только костерчик не трогай, окей? Кротеныш. Я надеюсь, мы друг друга поняли, да? Нет, нет, нет. Достаточно. Еще один кину. Да так на всю ночь хватит нам. Блин, крутой меч. Ну, по крайней мере, выглядит круто. Шапку сними. Шляп сними. Не, выглядит прикольно. Он даже такой, знаете, вот... Реально такой, как будто грубой работы, такой необработанный. Не, вот что разрабы молодцы, вот просто большой лайк им за это, я не знаю, там. То, что действительно красивые вещи нарисовали. Я понимаю, что, допустим, нарисовка персонажей мага и варвара достаточно сильно отличается. И видно, что немножко на варваре схалтурили, да. Но, тем не менее, все остальное, предметы, они выглядят действительно круто. Так, я, наверное, рыбу съем. Это мы уже проголодались немножечко. Так, где тут, что тут? Паутиныч. Паутиныч, это хорошо, слушай. Давай-ка я пособираю паутиныч. Вот ты сейчас не в тему, чувак. Дождь. Дождик, дождик. Я бегу по лужам. Так, ну, ладно, оставим эту шляпу здесь. Она бесполезная. Реально, она бесполезна. Вообще-то вы уже спать должны пойти. День же на улице. Так, какого камня? Давай, утречка. 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 Наступай, утречка. Ушел. Где этот? А где кирка? А, чё, ё-моё. Так,
Так, и так, выбросим кирку. Я думаю, сделаем, это не страшно. Сейчас тем более соберем оставшиеся нужные нам ингредиентики и все. Все шикардос. Я даже не знаю, вот, наверное, вот эта шапка все-таки лучше защищает от дождя. Ну, я, честно говоря, не особо смотрел на их параметры, что ли. Ладно. Ой, какой он спит, миленький. Миленький, смотрите на его личико. Такой мур-мур-мур, мур-мур-мур. Ага, сейчас проснется, сейчас нахлестает меня по щекам. То он мешает мне спать. О, о, еда. Еда. Такой. Еда. Блин, а че их тут так много? Мермятины этой. Ну в таком лесу. Э, ну серьезно, иди спи. Иди спи. Спать. 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 Так, кусок мяса тащим с собой. Впереди себя, знаешь, знаешь как путеводная нить такая. О, мясо, мясо, за ним, беги, беги. Так, ничего нету в округе, я что-то не особо что наблюдаю. Такого интересненького. Обычно тропинки куда-то приводят, да? Обычно. Но, о, прикольно, слушай, а может, ну блин, эти деревья, не хотелось бы рядом с ними селиться. Теоретически, если мы в этом лесу посадим свои нужные деревья, то тут будут просыпаться не вот такие вот у нас товарищи, да? Ой, часто дождь идет, это осень, ребят. Часто дождь идет, это осень. Я что-то даже как-то не обращал внимания. Теоретически, если мы... сделаем... Да давай, да, да, господи, я никогда так в таком месте не селился. Почему бы и нет? Я хочу. Все. Доски. Ага. Топор. 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 Я думаю, с трех деревьев не проснуться-то. Тем более они осенью вроде поменее активные, что ли. Ну, а гломера себе рядышком заиметь, почему бы и нет, прикольно же. Там, кстати, тропинка сверху еще одна. Нет, просто брось, мы садить тебя не будем. Так, эти все деревья сразу спилим. О, и тут, кстати, другой биомчик зелененький еще, да? Это хорошо. Так, эти деревья садить не буду. Хорошо, не проснулись. А теперь-то нам достаточно для того, чтобы сделать сундучок. Ну надо, надо сундучок в первую очередь, мне кажется, сделать. Тут же место, места ни на что нету. Ни на что места у нас нету. Так, три доски вроде бы надо делать, да? Если мне не изменяет память, это было всегда три доски. Так, наконец-то сбрасываем все ненужное, наверное, огненный. Вот, наверное, вот, вот этот поставим. Это мы сейчас изучим. Факел мы просто бросим. Рюкзак надо еще сделать, да? Меч оставим, паутинку. Что такое? Хочешь кушать? Подожди, подожди. Сейчас, сейчас все будет. Сейчас все будет. А давай-ка мы... Че это я сделал? Это я теоретически... Ага, броня, смотри. Надо топливо ужаса нам. Угу. Это прикольная броня. Это специально магическая броня будет, да? Нафига она так стоит, если честно. Ага, и меч. Смотри, нам нужен какой-то золотой меч. Интересно. Трансмишн. Некроманс. Некромантия, прикольно. Трансмутация какая-то. И конфиджерейшнс. Прикольно, прикольно. Слушай, мне нравится. Круто как сделали. Очень круто сделали. Очень здорово сделали. Так, ну и вот этот заберем, наверное. Так, ну и положим это все сюда для начала. Блин, о, кстати, они тут неподалеку, да, механические животные? Можно будет их подзатюкать, и нам за это дадут что? Правильно, механизмы мы сможем сделать. Холодильник! Автомобиль, да? Так, давай-ка сделаем... Опа, опа-па. Опа-па. Опа-па была собака, он ее любил. Я не делал больше, да? Ладно. Делаем это. Делаем это. Очень много ресурсов потратим. Ну да ладно. Да ладно. Там свинтус еще сверху. Ну, нормально. Можешь свиной городок неподалеку сделать. Ну так, чисто отбиваться от кого-нибудь там, к примеру, да?
Так, вечереет, и нам нужно срочно дерево. Я надеюсь, вы не проснетесь, потому что возле дома, если вы мне проснетесь, это будет ночь огорчашка просто. Пока тишина. Пока тишина, и я хочу сделать кастридзе. И есть. Давай, наверное, сначала поедим вот эти штучки. Так, нормально. Грибы оставим, цветы оставим. Цветы прикольно оставим, что? Все-таки это съедим. Лопатку надо сделать, чтобы выковырить это все. Ну, как-то некрасиво все там смотрится, да? Вот. Давай. Так, так. Тем более в таком лесу у нас будут лишние деревья, да? Так, лопатка. Готово. Оп. Ага, смотри, песок, да-да-да. Я совершенно забыл, что тут много всего надобавлено же, да? Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Уходим. Так, песочек сюда спрячем. Нормально. Ну и что тебе надо? Опять этот человек-лицо-лопата. Человек-лопата. И этот дедок такой... Вилсон. Я назову его Вилсон. Ну, не по Don't Starve Wilson, а по фильму «Изгой». Лопата Вилсон. Хоть ты, Вилсон, меня понимаешь. О, да, я тебя понимаю. Старый маразматик. Окей, так. Зачем мне два топора? Смотрите, какой Женя оригинал. У него всегда есть по две вещи какие-то. Зато у меня есть меч. Прикольный меч. Прикольный, забавный меч. Так, давайте-ка я отправлюсь в ту степь. Хочу посмотреть, что же там такое интересное. Что же там такое забавненькое. Так, ну, давай, наверное, поедим до конца. Пока три хватит, не? Нет, еще, наверное, два штучки надо. Так, хорошо. И нам нужен уголь, чтобы сделать себе, да? Сделать... А еще камень надо. Слушайте, а камня неплохо так надо. Камни неплохо так надо. Ну, придется искать и тюкать, чё. Утречка? Да, утречка, шикарно. Так, вот здесь вот у нас тропиночка, значится. Ага, и она ведет к свиному поселению. Хорошо. Это, ой, свиной король, слушай, здорово. Это я неплохо поселился на самом-то деле. Тут все довольно близенько. Так, собираем вот это все. Это круто. Это неплохо. Мне бы еще каменный биом найти где-то вот поблизости. Было бы вообще вот просто идеалиссимо. Было бы очень забавниссимо. Что это я там себе могу сделать? А, ну это шапка стандартная, которая и на мне есть. Которая от дождя, по идее, немножко защищает, да, немного там от солнышка защищает. Но в самую малость вообще, понтец. Да, все, собираем, наверное, пригодится. Исследуем эту часть биома, чтобы знать, по крайней мере, куда нам бежать в случае чего. В случае какой-либо опасности или наоборот нужды. Или наоборот нужды. Хочу, конечно. Блин, ну надо, наверное, свой рассудок понижать, чтобы теневых монстров убивать. Да, тогда мы сможем себе делать что-нибудь классное. Ну, типа каких-то доспехов и так далее. Вот там доспех можно сделать уже будет, по крайней мере. А там вроде один, да? А ну... Кстати, время замедляется, да, когда мы в менюшке. Это просто шедевр. А 4? Ну, 4 тоже нормально, ребят. Я думаю, убить можно. То есть надо будет себе понизить рассудок, дичайше просто. Это, возможно, прыжки через червоточинку. Это поедание теневых цветов, к примеру, да? Тоже вариантик такой есть. Я примерно знаю, где они растут. Мы же бегали, там дерево находили, да? Сразиться с теневыми монстрами, и после чего мы, конечно же, сможем себе сделать какие-то такие доспехи интересные, магические. Мантию, да? Так, собирай камни. И это золото тоже пригодится. Опа, диамант, да? Да, диамант. Ох, я помню, Батхёрта было и Холивара в комментах. Это диамант, нет, это алмаз, нет, это диамант. Не надо, пожалуйста, в этот раз так делать. Так, привет, Антох. Антошка,
Пойдем бить мамонтёшку. Ага, вот куда я вышел. Ага. Угу. Ну, нет смысла, наверное. Хотя есть смысл был бы попробовать затюкать себе одного механизма. Да? Был бы смысл, слушай. Ну, сделать хотя бы холодильник себе, да? Холодильник! Это был бы смысл. Так, где? Один он проснулся? Блин, блин. Ой-ой-ой, там он не один проснулся. Так, он снова спит. Блин, этого ждать, чтобы отошел. Отойди! Уходи! Так, хорошо. Оп, да. Бинго. Красавец. Вообще красавелла. Так, холодильник у нас есть. Гуд. Холодильник у нас есть. Сейчас тогда пойдем. Наверное, честно говоря... А что, куда это ведет тропиночка? Текс. А куда это мы ведем? Что-то звуки как с болота. О, привет, Гав. И червоточинка. Червоточинки ты меня вела или что? Там вот камень, надо камень этот забрать. А тут не один он. Слушай. Что-то как-то место такое странное. Странючее место. Ну что ты поломал? Ну бестолочь, ну зачем? Зачем ты это сделал? Так, ягодки соберем. Пригодится. И вот этот камешек тоже заберем. Так, есть. Уже почти что вечер, и пора бы возвращаться домой. По крайней мере, то место, которое мы выбрали домом. Но безумно интересно, вдруг тут что-то интересное, вдруг тут что-то халявное валяется, да? Чем можем взять? Я бы с удовольствием нашел бы касочку сейчас. Вот касочка очень-очень часто нам помогает, знаете, вот ночью срочно нужно нам, допустим, куда-то бежать. И касочка это просто в тему. Конечно, можно ее сделать, но ее долго делать. Куча ресурсов на нее тратить, это как-то... Вот так вот. Так, подожди, а что это у нас? Ты хочешь мне сказать, что я очень далеко живу? То есть ты хочешь мне сказать, что я не успею? Ну, хоть на костер есть. Это радует. А то я уже думал, ты хочешь сказать, Женя, пора умирать. Ну, вот как-то зажился ты здесь, да? Зажился. Вот целый день живешь, целых 4 дня уже живешь. И на этом, кстати, можно и заканчивать тем, что 4 дня, ребята, выживаем. Это только начало великого мага, который тут будет бегать и, я не знаю, страдать фигней. Ла-ла-ла-ла, палочкой. Я не знаю, что-то будем делать, не знаю. Я даже не представляю, что у него там за кудеснические, магические приспособления есть. Но в любом случае, огромнейшее всем вам спасибо, что вы посмотрели этот видеоролик. Если вы впервые на нашем канале, то, конечно же, подписывайтесь на него, пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь в группу ВКонтакте и, конечно же, в группу в Стиме, так вы сможете узнать о каких-то новостях канала и так далее первыми, да? Потому что не все новости у меня попадаются сразу непосредственно на канал. Я многие новости просто сообщаю в группе ВКонтакте.
Вам всем огромное спасибо, всем вам удачи, до скорого и не голодайте!